Дорогие земляки, здравствуйте, уважаемые учителя Ленинградской области. Я вот сейчас, вот там за кулисами, думал, о чем, вот как поздравить, вот чтобы не было какой-то пошлости, повторений, клише каких-то. И я представил вот себя на месте учителя. О чем мечтает учитель? Наверняка он мечтает о том, чтобы все его ученики стали выдающимися людьми, знаменитыми артистами, знаменитыми спортсменами, знаменитыми музыкантами, знаменитыми политиками, премьер-министрами или даже президентом. И если эти ученики таковыми становятся, то прежде всего они должны благодарить вас, дорогие учителя, именно вас. Потому что именно вы вложили в них основы знаний, которые помогли потом в жизни. И с вашего разрешения одно небольшое стихотворение Валентина Щегавта, который уже, так сказать, пишет не только эпиграммы, но и серьезные стихотворения. Вот одно из них. «Мамаша, успокойтесь, он не хулиган, он не пристанет к вам на полустанке. В войну в Мамаев, помните, курган, с гранатами такие шли под танки. Такие строили дороги и мосты, канавы рыли, шахты и траншеи, всегда в пыли, но души их чисты. Навеки жилы напряглись на шее. Что за манера сразу за нога? Что за привычка сразу на колени? Ушел из жизни Маяковский хулиган, ушел из жизни хулиган Есенин. Чтоб мы не унижались за гроши, чтоб мы не жили, мать, по-идиотски, ушел из жизни хулиган Шукшин, ушел из жизни хулиган Высоцкий. Мы живы, а они ушли туда, взяв на себя все беды наши, раны. Горит на небе новая звезда. Ее зажгли, конечно, хулиганы». Еще раз поздравляю вас. Поздравляю. Спасибо. Борис Щербаков.